Природные условия накладывают свой отпечаток на урожай. Низкая урожайность по сену наблюдается в Костанайской области. Сейчас фермеры в среднем получают меньше 4 центнеров с гектара. Это в несколько раз меньше, чем в прошлые годы. Всему виной аномальная жара, стоявшая в мае и июне. Засушливая погода нанесла сильный удар по многим сенокосным угодьям. А это, в свою очередь, говорят специалисты, может спровоцировать дефицит сена и резкий скачок цены на него. Артем Грапов продолжит тему. Этот сенокосный участок в Наурзумском районе называют Аксуат. Обычно здесь в это время земля покрывается разными травами. А в этом году, уже в начале лета, эти просторы быстро пожелтели. Осеннее настроение передается и механизаторам. Очень слабо. Дождей нет. Сенокос плохой. Работаем почти в холостую. Фермер Тулеген Тугузбаев разводит коров. Сейчас в его стаде 400 голов. Раньше сено заготавливали для себя и еще были излишки, которые приносили неплохую прибыль. Сейчас переживает. Едва ли для личного поголовья удастся сено набрать. Если в достаточном количестве заготовим сено для себя, только после этого, возможно, начнем продавать. На зиму нам нужно 1000 рулонов. С начала сенокоса, это 20 дней, мы заготовили только 150 рулонов. Наурзумские фермеры свою производительность считают в рулонах. Каждый весит примерно 300-350 килограммов. Цена за один колеблется в пределах 7-8 тысяч тенге. В итоге тонна сена обходится в 24 тысячи. Но сейчас некоторые готовы платить больше. Мы местным жителям продаем по 7 тысяч тенге, но сейчас уже приезжают со стороны к нам. Они готовы купить рулон за 9-10 тысяч. А эти угодья называют Асан-Кайгэ. Эта земля никогда не спахивалась человеком. Местные фермеры называют ее целинной. В советское время отсюда сено возили в разные регионы страны. И в этом году здесь тоже готовы помочь. Выход сена хороший. С гектара получается около 50 центнеров. Сейчас соседние хозяйства с нашего разрешения заготавливают себе сено. Мы готовы делиться и помочь тем, кто нуждается. В этом году кустанайские фермеры должны заготовить 1 100 000 тонн сена. На данный момент план выполнен на треть. По информации регионального сельхозуправления, цена за тонну сена сейчас варьируется от 20 до 35 тысяч тенге. Артем Грапов и Сергей Тартенберг, Кустанайская область, Хабар 24.